У апошнія 3 гады графік продажу так званага чарніла мяняўся не раз. Спачатку танны алкаголь нельга было набыць з 6 вечара до 10 раніцы. Потым дадалі яшчэ 2 гадзіны сухога закону з 12 до 14. З пачатку 2013-го эксперымент завяршылі. Цяпер да кожнай гандлёвай кропкі індывідуальны падыход. Если есть лицензия на осуществление розничной торговли, ассортимент уже, который в разрезе алкогольных напитков, определяется непосредственно самим субъектом хозяйствования. Режимы работы реализации алкогольных напитков также определяются по заявительному принципу. На Магілёўшчыні круглосуточно працуюць 24 крамы. У 14 алкоголь можно набыть на протягу усяго працоўнага часу. Палову ад агульнага продажу спіртнога па вобласці складаюць пладова-ягадныя віны, траціну гарэлка, астатнія 15 – вінаградныя віны, каньякі і шампанскае. На сегодняшний день наибольшее снижение реализации по водке, потому что с увеличением ставки акциза с прошлого года. А вось віно, каньяк і шампанскае у параўнанні з мінулым годам сталі набываць больш. Молдова віна, грузінскія віна, они на по цене. Лояльная цена, недорогая, от 28 до, если считать Молдову, то до 35. Тем не менее, по словам правоохранников, горячие напои были и остаются основной причиной злочинства. В текущем году у нас почти на 20% больше выявлено правонарушений. Это употребление спиртных напитков в общественных местах или распитие, или нахождение в общественных местах в пьяном виде. Вот таких правонарушений в текущем году было зарегистрировано, выявлено более 40 тысяч. Больше стало и тяжких, и особливо тяжких злочинств, здейсненных у нецвярозом стане. Тем часом меркование громадян на конт продажу алкоголю розное. Конечно, запрещать, естественно, чтобы молодежь не увлекалась этим, и пожилые, и вообще. Я не понимаю, надо установить какую-то норму. Вводить все равно ничего не добьемся этим. Вот. Ну, может, какие-то ограничения, может, надо будет делать по времени продажи. Всегда разрешать. И всем. Да. А вы сами что пьете? Я пью все, что горит. Специалисты лечат наибольш схильно до злоуживания спиртным молодь. Алена Соловьева, Юрий Илбоников, Новини регион.